Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с новым сезоном. И, ребята, я так думаю, сейчас мы, наверное, все-таки немного прокачаем нашего маткипа. И, может, если будет ночь, наступит ночь, то, если найдем каких-то боссов, то хотя бы попытаемся их поубивать. Потому что в тех мирах, куда мы ходили, там как бы еще не очень, да? То есть, там еще уже такие боссы и такие мобы, которые как бы мы... Ну, не идет никак, не можем их убить. Ну, как бы не идет никак. Мы их можем как бы убить, я так думаю, но они нас тоже убивают. С пару ударов, можно так сказать. Так. Поэтому, ребята, я так думаю, можно еще немного вот тут покачаться. Ох, он уже тоже бьет. Так. Отлично. Сейчас мы немного покачаемся. Вот тут 20 уровень, фиг его знает. Да, не. Конечно, нет. Но сейчас. Нужно все-таки уже сделать кровать. Почему-то я сделал тут спаунпоинт, но что-то оно никак даже не спавнится. Поэтому я думаю... Ух, сколько у нас еды. Нифига себе, я даже не заметил. Офигеть. Сколько еды. И вот тут вот эти вырастают понемногу, как их там, черника или что это такое. Понемногу растет, конечно же. Сейчас мы, может, он у меня тут еще где-то были 3 штуки. Давайте это тоже туда поставим. Может, оно как-то тоже разрастется, фиг его знает. Вот так. И что я хотел... вылечим нашего маткипа. Там еще пару уровней, конечно, ему не хватает для эволюции, да? Давай. И можно уже словить какого-то нового. Того же Пикачу, если найдем. И может еще кого-то. Так, муравей опять не будем. Мы пока что идти еще в новые. Ну, в другие измерения, да, можно так сказать. Так, есть еще кто. Это кто летает? Нет, это 100% не босс. Так, сейчас мы. Отлично. 12 уровень уже, ребят. Ух, разлетались тут всякие. Так, тут есть еще. Да, Magikarp. Вот он. Воу, это что за звук? Такой как бы вертолет летит или самолет. Фиг его знает. Ух, охренеть. Так, ладно. Пойдем мы в пустыню. Вот, как вы видите, уже заспавнились. Так, сейчас, секундочку. Что я хотел? Так, сейчас. Это мы сюда обратно положим. Да. И использовал я, чтобы вернуться назад в мир, так как просто действительно фиг я мог найти мир. Ну, как бы фиг я мог... Ну, не то, что фиг я мог найти того, как его там... Как он там называется? Какой паук? Муравья, да, чтобы вернуться домой. Потому что просто, да, просто действительно я долго бегал, и фиг его смог найти, поэтому я его просто заспавнил. Да. О. Это кто еще у нас? Охренеть, это еще что такое? Эндер Рипер. Напали так. Нежданчик, да? Не ждал. Зараза. Так. Офигеть. Отлично, ребята. Он летать может? Офигеть. На него шапочка не действует? Ну, понятно. Нет. Летать мы не можем. Босс скорпионов опять. Это еще кем мы превратились. Офигеть. Да дай мне превратиться в человека. Твою ж мать. Отлично, успел. Так. Покушаем.
Нам бы меч сделать. Не меч, нам бы лук сделать, тоже бы пригодился, я так думаю. Так. Но босса скорпионов мы 100% не убьем, я в этом уверен. Да почему ты опять тормозишь-то? О, вот так вроде не тормозит или тормозит, а так еще больше тормозит. Так, о, это что там такое? Охренеть, это еще что? Ну и шапочка. Воу, воу. О, ладно. Нет, так еще больше тормозит. Так вообще и FPS почти что нету. А вот так. Так, давайте мы возьмем вот это. Отлично. И идем. Так, сейчас. Я не знаю, почему тормозит. Ребята, я не представляю. 100 FPS. Но тормозит. Ну, как бы не лагает, а иногда вот такие тормоза небольшие. Не знаю. Так. Тут у нас куча гостей, да? Поэтому сейчас мы как-то попытаемся домой пробраться. Хотя бы попытаемся. Ух. Крипер босс. А! Да чё ты печатаешь мне? Офигеть, что мне сейчас делать? Куда мне бежать? Офигеть. Как мы вообще успели выбежать оттуда? Главное, чтобы сейчас никто нас сзади не попытался убить. Вот просто вот эти лаги, из-за этих лагов я нифига не могу увидеть. И я просто не знаю, почему вот эти лаги. Я, честное слово, не знаю. Упекун тормоз, пару секунд тормоз. И вот. Вот опять. Я понимаю, что это пару секунд, да? Но за эти... Какие пару секунд? Пару миллисекунд. Вот когда ты... Опять вот это. Да, я понимаю, что это, ребята, пару миллисекунд, да? Можно и так сказать. Но за вот эти пару миллисекунд, когда ты вот так хочешь обернуться... Воу. Убьем? Нет, не убьем. За эти пару секунд, ребята, ты можешь вот так бежать и вот так обернуться, залагает. И если ты хотел обернуться вот в эту сторону, у тебя эти пару секунд притормозили, да? То ты хотел развернуться в эту сторону, но оно немножко залагало, и ты уже можешь развернуться вот в другой стороне, как сейчас было. Я хотел куда-то развернуться, а меня вообще вот развернуло вообще в другую сторону. И я не понимаю, почему просто-напросто. Опять вот это. Я не понимаю, честное слово. Почему оно вот глючит? Ух, сколько вас тут. А, вот, опять глючит. Фиг его знает почему, ребята. Я не представляю. Не скажу, что из-за компа, потому что нет. Но я просто-напросто не понимаю, почему. А, ну, сейчас, секундочку, ребята. Итак, ребята, сейчас мы, наверное, все-таки домой вернемся. Ух, мы голову зомби выбили, офигеть. Так, куча тут всего, ну, не знаю, нужного, ненужного, но сейчас мы, наверное, все-таки как-то вернемся. Попытаемся вернуться домой, где наш дом. Вот он.
Нужно все-таки там. Ух, ух. Ух ты! Капут, вот ты выпрыгнул. А? Офигеть. А, капут. Нам бы броньку реально получше как-то сделать. Только фиг его знает какую. Или просто-напросто зачарить ее. Слушайте, да харе сюда. Нужно, я так думаю, все-таки кровать лучше сделать. О, морковка. Уже день настает, да? Так, не смотрим. А бежим домой. Фу, нужно сделать. Так, нет, ты там не лезь. Нужно. И ты тоже. Нужно сделать кровать и просто-напросто спать ночью, потому что это капут. Ночью это сдуреть можно. И нужно пожарить еду. Да. О, это еще что такое? Титаниум наггет. Офигеть. Так, взорвал нам крипер или что это? Офигеть, зараза. Сейчас мы это все. Ладно. Это все пропало уже, да? Охренеть. Тут только что было тут, я сюда обернулся, чтобы положить сундук, это все пропало. Ладно. Сейчас мы опять и печку сделаем, и... Только вот что уголь весь пропал. Или мы, ну, немного мы подняли, конечно, вот. Стак где-то. Так. И что у нас там было? Это нужно опять заново делать. И нужно все-таки уже стены и двери сделать, а то капут просто-напросто. И вот там у нас куча железа, как я помню, жарилась. Ну, куча не куча, но ладно. Так. Вот что я еще думаю, ребята. Сейчас. Может, мы кого-то заспавним? То он... Ух, случайно положил. Ладно. В том смысле, что сейчас сделаем мы себе ведро с водой. Ну, как бы обычное ведро сделаем, да? Вот так. И возьмем, например, вот этого одного. И вроде все, больше никого нету. Идем попробуем. Что-то вообще получится с этого. Ну, кто там заспавнится, в смысле. Так, это вот так делается и вот так. А, это свинья обычная, да? Ладно. Так, кто тут у нас еще сможет заспавниться? Сейчас. Так. Тот там еще сможет заспавниться. И вот это. Это какой-то скелетон, да? Ах ты! Я бегать не могу. Отлично. Фу, офигеть. Так. Сделал я все-таки, на всякий случай. Ух. А, мы же скелетоном превратились, да? Офигеть, ладно. Сколько уже тут всякого. Так, и давайте сейчас, кто там у нас еще есть. Medium Worm, средний червяк, еще и босс. Ага, он под землю ушел, да? Ух ты. Ух ты.
Сейчас мы лучше покушаем что-то. Давай, иди-ка ты сюда, зараза. Где ты? Давай, еще немного. Ух, еще немного. Давай, давай, давай. Вот он отравляет капут. Офигенный спаунпоинт. Сейчас. Сначала давайте. Сколько с него всего выпало. Просто он так наскучил как-то очень неожиданно. И червя мы почти что убили. Где он? Да харе бить. Отлично. Капут. Ху. Вот так. Хотя бы мы вот того зараза убили. Это капут. Напал так неожиданно. Два алмаза. Отлично. Так. Сейчас, ребятки, давайте мы немного прокачаем нашего маткипа. Хотя бы немного. Так. Отлично. Еще один. Так. Вот этого я не знаю, убьем, не убьем. Это, да, убьем. Отлично. И вот что я хочу попробовать. В этого босса превратимся. Офигеть. Он громадный, да? Мы тоже почему-то летать на нем не можем. Что-то он вообще какой-то не летающий. Ну, по идее, он летает, но... Ладно. Два алмаза, вот эти наггеты. Титаниум. Это чтобы вот эти шмотки сделать, да? Ух, это еще что за дракон. Еще какой-то босс. Какой ты водный, если ты выходишь с воды, зараза. Это босс, да. Да иди ты капут. Нет, ребята, не будем мы пока что на него идти, так как, в принципе, фиг мы его убьем. Он даже не пускает, чтобы... Не можем подойти к нему. Ух, ну хотя бы того босса уже наконец-то убили. Так, отлично. Сейчас. Это все Мантис Клау. Так, вот текстурки что-то нету. Ладно. Что еще можно сюда поскладывать? О, вот это мы еще забыли, ребята. Это нельзя посадить. Ну, как-то можно, наверное, но... Так. Сейчас. Так, ребята. И сейчас мы заспауним вот этого чудика. Где он? Где он? Где наш... Ведро. Мы, наверное, его поставили в сундук, да? Так. 400 FPS, 200. Охренеть. Так, ладно. Сейчас мы заспавним вот этого чудика, если он, конечно, заспавнится. Ух ты, это чё-то. What the fuck? Реально, имя ему просто... Вот так. Давай.
Охренеть! Сколько всего с него выпало? Ну, только, конечно, железо и... Да-да, сейчас мы попьем. Ну, точнее, вдохнем или что-то. Офигеть, сколько с него всего выпало. Че он вообще делает? Походу, нифига. Ладно, давайте мы в нормального превратимся. И покушаем. И еще покушаем. И еще. Отлично, ребята. Фу. Так, сейчас. И... Так, ребята, так, ребята, так, 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 так. В принципе, я думаю, все-таки на этом уже можно закончить эту серию. В принципе, это такая серия боссов была, да? Она убивали мне кучу боссов. И если не будет лагать, то мы, наверное, пойдем в другое измерение, я так думаю, в следующей серии. И сейчас, ребята, на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.